Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить Max Payne, легендарную игру. Мы пройдем обе части, я не могу сказать, будут ли они сразу друг за другом по очереди, или будет как с Uncharted, с перерывами. Но, короче говоря, до выхода третьей части мы пройдем, вспомним обе. Легендарные по-своему игры, прошло уже очень много времени с выхода первой части, она до сих пор. Вот сейчас я побегал в обучение, маленько вспоминал управление, настраивал звук пока. Она до сих пор играется лучше большинства шутеров от третьего лица, что самое смешное. Сразу хочу извиниться за озвучку. Здесь дело в том, что субтитров вшитых в игре нет, поэтому ставить английскую озвучку не вряд, хотя она гораздо лучше русской, хотя русская здесь официальная. Но даже официальная русская озвучка — это такой кошмар. Примерно как в Call of Cthulhu, помните, было? Совсем все плохо. Так вот, здесь так же. Но при этом я... Как вы знаете, очень забочусь о тех подписчиках, которые английский язык вообще не понимают, поэтому пришлось поставить такую озвучку, потому что других просто лучше нет, короче говоря. Есть хуже, лучше нет. Ставить же английскую без субтитров, ну, сами понимаете, тоже не тот вариант. Собственно, давайте начинать. Так, ну, беглец, остальные пока закрыты что-то. Давайте посмотрим. В свое время игра была чуть ли не... флагманом в плане технологий. Ну, сейчас, конечно, она выглядит уже довольно-таки смешно. Именно с нее пошла вся эта мода на bullet time, на замедление. После нее где-то в течение двух лет выходили разнообразные клоны. Но, как мы знаем, никто не добился такого успеха, как она. Собственно, давайте смотреть. Там нападение в самом разгаре. Ой, переводчики, мать ваша, это софтклабовская официальная локализация. У меня этот диск лежит уже, ну, лет 7, наверное, точно на полочке, пылью покрытый. И вот я решил стряхнуть с него, собственно, пыль, стряхнуть стариной. Мы видим здание Айзир Пласса, в котором произошла бойня. Подтягиваются полицейские. И, собственно, это уже финал. Финал данного сюжета. Сейчас мы будем вспоминать, как мы до этого дошли. Ну, вы сами об этом прекрасно помните, я думаю. Главное вспомнить детали, потому что сюжет я, как и вы, вообще не помню. Я вообще игру не помню. Все было кончено. Все было кончено. Чтобы объяснить, что здесь произошло, мне придется вернуться на 3 года назад, в тот вечер, который мне никогда не забыть. Озвучка, конечно, звезд неба не хватает. Я служил в полиции, отдел полиции Нью-Йорка, Северный округ, чертова дыра. Так когда же ты начнешь работать на меня, детектив Бэл? Чтобы ты отправил меня секретным агентом в какое-нибудь пекло, извини. Но Мишель, девочка, для меня важнее. Вот это моя последняя сигарета. Нечего больше мешать мне. В этом ты весь, Макс. Был и остаешь собой скаут. До встречи. В четверг вечером покер, не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришел. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. Ну что, Макс вернулся домой с работы. 3 года назад. Мишель, солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. Судя по голосу, у Макса место... Сколько ему там в оригинале? 27, по-моему, лет? Судя по голосу, ему лет так 55. Что за черт? На стене был уродливый рисунок, ключ ко всему, что случилось после. Это был шприц с наркотиком, символ, наполненный мрачным смыслом. Беда. Что-то дома непонятное происходит. Послушайте, кто-то забрался в мой дом. Вызовите службу спасения. Это дом мистера Пейна? Да, кто-то ворвался в мой дом. Они еще здесь. Прекрасно. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Алло.
непонятный звонок. Блин, как я... как мне не хватало этой игры. Так. По-моему, где-то дробовик лежит. Я вообще не помню эту игру, это офигеть. Я вот от начала помню то, что... Что сейчас будет. Что дальше. Довольно-таки просторно, надо сказать. Гостиная. Что-то дома вообще беда какая-то. Пожалуйста. Сейчас ты у меня получишь. Полиция Нью-Йорка. Всем стоять. Сейчас ты у меня получишь. Так, ну фирменная механика в действии. Пожалуйста, только не это. У, беда. Труп маленькой девочки. Плоть падших ангелов. Нет, 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 нет. Мишель, Рози, нет. Да, к семье Макса приключилась незадача. Трагедия, я бы сказал. Но за игру актера, который озвучивал Макса Пейда, надо натурально бить ногами по почкам. Это же какой кошмар. Совершенно испортил сцену. Нет, 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 нет. Мишель, нет. Ой, уроды. Ну ладно, хоть такой перевод, нет. В принципе, да? Я, по-моему, больше буду ржать с этого перевода, чем сюжета. Все рухнуло за один вечер. Эти подонки были накачаны неизвестным раньше наркотиком, вольтерином. Или просто В. После похорон я сказал Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками. У нас ушло 3 долгих года, чтобы найти брешь в бизнесе торговцев вольтерином. Наконец, 2 месяца назад информатор сообщил нам, что Джек Рубино, один из крупных боссов мафиозного клана Пунчинелло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов нью-йоркской мафии. Ой, блин, фирменный стиль Remedy все-таки чувствуется. Только недавно играли Максовой в Алана Вейка. Холод. Город снаружи бушевал, как разъяренный зверь. От мелкой рыбешки в более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и Пепен в то время единственными связными в отделе. Это Пепен. Случилось что-то важное, связанное с Любином. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушел в подолье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытие. Казалось, что на завтрашний день надежды ни у кого не было. В метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя беретта нервно зашевелилась под курткой. Но двери вагона уже захлопнулись, и поезд тронулся. Следующая остановка – станция Роско-стрит. И Алекс. Короче говоря, у нас встреча. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. Этот дегенерат разрушает всю атмосферу игры своими дебильными комментариями. То есть, вы представляете, да, о чем Макс Пейн вообще? Он про нуар, про чувство безнадёги. Этот же козел, я извиняюсь, он просто бубнит что-то в микрофон. И в результате вместо саркастичных таких комментариев Макса мы получаем какого-то буку 50-летнего. Так, что-то в воздухе происходит. Пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Я не знаю, я сегодня, наверное, серии 3 отсниму, а потом уже будут какие-то перемены. Я это к чему веду? Если вас настолько же раздражает данная озвучка, и вы готовы... На время снимет боль. Так, обезболивающее, это, по-моему, табом использовать. Если вам охота включить, чтобы я включил оригинальную английскую озвучку,
Я не знаю даже, как нам поступить-то. Да лучше давайте не будем ничего менять. В принципе, главное для нас понять сюжет, потому что... Мы проходим данную часть чисто из академического интереса, чтобы вспомнить, что вообще да как перед выходом третьей части. Но, конечно, актерская игра убита на корню совершенно. Ну, стрелять круто, сколько лет прошло, а не рэгдолл, невменяемой физики, но, блин, до чего же все круто. Так, мы подобрали дезертил. Что здесь вообще происходит? Где наш связной? Так. Я, кстати, со времен Cry of Fear так и не поменял себе мышку, поэтому чувствительность у меня все так же скачет. Поэтому не удивляйтесь, если я буду в упор косить. Все-таки надо, по-моему, найти время. Так, я его ранил в колено. Так. Короче говоря, вспоминаем помаленьку. В принципе, пока что не сложно. Но, насколько я помню, игра где-то часа через два, через три начнет показывать уже зубы капитально. Только начало такое. Так, хорошо. Прилег. Вообще непонятно. Давайте почитаем, что такое. Конг виски. То есть превратить тебя... А, превратить тебя в обезьяну, прям как я и сказал. Да, любой вискарь на это способен, по идее. Контрольный комнат в подземке. Панель безопасности издевательски хихикнула. Мне нужен был код. Какой код тебе нужен был? Сиамский, что ли? Ну да, так и есть. А я что говорю? Блин, ну как замедление сделано круто в этой игре. Ой, тихо. Блин, ну до чего шикарная механика в этой игре. Я и забыл, насколько она крута. Так, что у нас здесь? Ладно, упал. Отжался. Так, братин, ты в порядке? Ты спас меня, дружище. Что здесь происходит? Резня? Эти парни с пистолетами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь забраться туда? Конечно. У нас нет времени, мы должны добраться до диспетчерской. Да хорошо, хорошо, не волнуйся. Так, мне сейчас нужно... Подожди, я патроны там не взял, что ли? Мне сейчас нужно, видимо, с ним обратно идти. А та дверь куда ведет? Что-то вообще ничего не помню. Тут у нас что? Эй, ты куда? Так, ой, блин. Отвык маленько. Что характерно, в этой игре очень детально проработаны пули. То есть не просто невидимые какие-то лучи смерти, а натурально в замедлении видно каждую пулю или дробинку, когда выстреливаешь ими. Я больше такого ни в одной игре не видел. Ни на тот момент, ни из современных. Ну, из современных-то, возможно, каких и есть. Наконец-то. Но... Осторожно. Осторожно. Вы слышали, да? Вы слышали этого переводчика? Так, давайте сохранимся. Что-то я давно не сохранялся. Автосохранение в таких старых играх. Не присутствует. Так. У нас офис. Тихо. Одного вижу. Так, выбегаем из замедления. Убить, ублюдок! О-о-о, сколько вас тут? Блин, прикольно стрелять. Ой, блин, я это зря сделал. О. Да, в принципе, нормально. Помнят еще руки-то? Это у нас какой-то якут или бурят. Натурально, быки такие, как у нас это в 90-х. Так, не сюда, да? Нет, навряд ли.
Короче говоря, что-то непонятное происходит в метро, явно не связано с нами, с нашим связным, просто какие-то гоп-налет, похоже. Потому что тут не только нас крошат, но вообще кого только можно. Так, что это нормально? Давай. Что происходит, я не знаю. Ну, короче говоря, я, видимо, все сделал правильно. Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. Голос похож на Карлсона. Электричество было установлено. Малыш. Ой, блин. Я ще не могу просто с этого перевода. Мне он даже доставлять начинает. До того смешно. Конечно, обидно за атмосферу. Вот такие вот моменты вот в играх 15-летней давности. Или сколько? В 98-м, по-моему, году вышла Max Payne. Короче говоря, в играх 14-летней давности, да, получается. Ну, больше, чем 10 лет назад. Вообще физики практически не было. А тут, блин, картины падали. То есть, каждую плитку можно было отстрелить. Вот это вообще поражало по тем временам, я помню меня. Я просто наслаждался, ставил коды на УЗИ, допустим, и по стене стрелял. Такие дырочки были крутые. Это сейчас плевать, а раньше это было настоящее чудо просто. Чудо из чудес. Примерно как Battlefield Bad Company. Тихо. Как Battlefield Bad Company, помните, в первый раз, как под вами падал дом от ваших действий. Вот примерно такие же ощущения. Так, зачем я вообще сюда иду? Закрыто. А, все, я вспомнил. Мне же нужно идти туда, к этому вагону. Таким образом я сюда проникну. Отсюда мне пока никак не пройти. Кстати говоря, как-то вот все это ощущается. Вот Alan Wake, вот сразу чувствовал, что это игра от Remedy. Вот вообще, в принципе, идентичное ощущение от игры. От того, как персонаж двигается, как он стреляет. Так, поехали. Гопники, короче, грабят банк. Бандой большой. А мы тут попали, волею судеб, в самое пекло. Но Макс Пейн такой. Всем наваляет. Все, довольно церемонии. Да уж, церемонии довольно. Так, ребятки. Ох, сколько у вас елы пало. Да уж. Так, ну ладно, вроде все легли. С такого расстояния, конечно, лучше было бы стрелять из дезертыгла. Но, в принципе, и так неплохо получилось. А вообще, можно было вот эти вот баллоны, похоже, пристрелить газовые. Ну-ка. Или нет. Ладно, пофигу. Так, ну вы поняли, да, где мы находимся? Ой, шикарно, блин, сколько лет. И мы, похоже, попадаем... Как раз... Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Так, заброшенная ветка метро, прям как в Darkness. И город тот же, ну то есть Нью-Йорк. И район тот же Нью-Джерси. Сейчас встретим здесь Джеки во тьме. Оп, добрый день, ребятки. Видите, да, пули летают. Пули, гильзы. Проработка просто офигительная всего и вся. Так, давайте подлечимся, кстати говоря. Ну, вообще, на таких расстояниях, по-моему, самое оптимальное это помповое ружье, дробовик, то бишь. Добрый день. Вот так встреча, да? Ой, тихо.
Тихо. Ушел, что ли? Да, ушел. Ладно. У них натуральные катакомбы какие-то. Напоминает катакомбы из Cryo-Fear. Сейчас жутики полезут из воды, как там. Ой, что-то я не особо так попал в него. Кстати говоря, давно не сохранял. Все время забываюсь, что тут нет автосохранения. Блин, братюнь, что ты уперся-то? Так, ладно, пока что аптечек хватает. Давайте подберем патроны и сохранимся. Сохранение, кстати говоря, происходит не мгновенно, что для игры такой давности удивительно. Так, не туда идти или туда идти? По-моему, сюда. Это еще что такое? Да, это определенно что-то нехорошее. Крысы. Как вы меня увидели? Уроды! Так, это все, готов. Убить ублюдка. Руки помнят. Дверь была заварена 1000 лет назад, а в бомбе не было детонатора. Кэп подсказывает, что, видимо, нужно найти детонатор. Ну, давайте искать. Гильзы остаются лежать. Ну, блин, это даже сейчас удивляет. Все-таки это все очень круто, по-моему. Они натурально выставляют банк. Офигеть. Посмотрите, да? Ёлы-палы, это я удачно зашел. Может, мне бросить эту работу, а? Держи его! Так, что-то мы с тобой промахнулись, братья. Ой, тихо. Так, минус. О, как хорошо. О! Блин, у Макса такая расстроенная морда, как будто он, я не знаю, кислую конфету съел. Ничего. Хорошо, что сохранялся недавно. Так, сохранимся вот тут. Вообще, нам, по идее, сейчас больше пригодился бы десерт игл. Единственное, что у него между выстрелами паузы очень большие. Из него поэтому довольно тяжело целиться. Но, как бы там ни было, убойная сила — это довольно важно. Так, ладно, мне нужны аптечки. Тут где-нибудь есть? По-моему, тут нигде нету. Что-то уже довольно сложно становится. То есть, ой, персонаж, ты куда бежишь? Я ничего не нажимаю сейчас. Что происходит? Так, я сохранился. Братюнь, остановись. Остановись, тебе это не нужно. Что происходит? Куда я попал? Блин, он не хочет останавливаться никакой. Давайте попробуем загрузиться. Все нормально. Что-то странное произошло. Так, мы в банковском хранилище. Здесь много недругов. Ух ты, обрез, тебя не видел. Обрез, это хорошо. Хорошо, как наждаком. Бля, ой, со здоровьем вообще ни к черту. Да, блин, что-то со сложностью. Рано я говорил, что со сложностью в порядке. Сложная игра. Сложности мы любим. Так что ничего страшного. Тихо. Почаще надо замедлением пользоваться. Что-то я совсем отвык в современных играх от этого.
А здесь только из-за этого и можно выжить. Чё там Бурят? Бурят упал. Так, сохранение. Почаще надо сохраняться. О, и тут уже полный шухер. Так, ну-ка. А, вот эту кнопку нужно нажать, похоже. Вот, хорошо. Привет. Мы тут только что банк ограбили. Ну, говори. А кто спрашивает? Это старший инспектор Джим Бравур. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше не будут. Кто говорит, черт возьми? Присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу. Да, надо отсюда, короче, линять по-быстрому. Так, хранильщица, что может тут быть? Их добыча лежала на столе. Ага. Они охотились за облигациями Айзер Корпорэйшн. Историю внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов. Они за их акциями, я так понимаю, пришли. Ну что ж, осталась еще одна дверь, и сейчас, по-моему, будет мясо. Хотя могу ошибаться, конечно. А нет, все нормально. Они оставили на столе свои инструменты. Судя по количеству детонаторов, они притащили сюда достаточно взрывчатки, чтобы отправить на орбиту статую свободы. Петросян. Так, теперь нам нужно опять открывать вал Б, то есть хранилище Б, и возвращаться, пока полиция не пришла. А то здесь шухер конкретно пошел уже. Все, что найдет полиция, это куча трупов. И дыру в стене. Так, здесь никого больше не будет. Ой, тихо. О, сколько вас. О! Блин, он мне прям в лоб залепил гранаты, увидели? Гранатами не так пользуются, братюнь. Будем стрелять, как в гонконгских боевиках. Кучу пуль выпустить, может, хоть одна попадет. Так, ладно, живем пока. Офигенно. А представьте, как это выглядело тогда, когда это все считалось графоном. Стоять! Господи, Макс, ты меня до инфаркта доведешь. Я тебя чуть не застрелил. Алекс, что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Я надеюсь, вы что-нибудь слышите, потому что я не слышу ничего. Что-то со звуком перемудрили тут. Пулевому отверстию у него в затылке, да? Так, ну что, наш связной умер. Это, по-моему, печально. Сейчас нам нужно выбираться из метро. И, собственно, я думаю, заканчивать эту серию. Так, все готово. Я думал, он выбежит. Опасные поцыки. Так, хорошо так укрылись, надо сказать. Живой еще, что ли? Брателло. Ой-ой-ой. Ох, офигеть, что произошло.
Ну ладно, нам на руку. Это, видимо, он кинул меня гранату, и в итоге она в него и улетела обратно. Так, хорошо. Тихо. Отлично. Так, отсюда у нас, похоже, пристрелили Алекса. Но сюда мы теперь пойти не можем. Так, ну и все, похоже, убираться нужно отсюда. Да, все это выход на улицу. Ну что, дорогие мои, давайте закончим на этом эту серию. Могу сказать, что я несказанно рад вернуться в эту игру. После стольких лет это, по-моему, очень круто. И вообще настолько пробило ностальгию. Игра все-таки, по-моему, просто прекрасная. Так что давайте-ка мы ее пройдем. Она не особо долго, насколько я помню, первую часть, вторая подольше. Но, короче говоря, нам нужно их успеть пройти до мая, до выхода третьей части. Ну, это мы, естественно, успеем сделать, потому что мы ее даже, думаю, до конца апреля успеем пройти обе части. Как бы там ни было, оставайтесь на канале. Я надеюсь, вы также рады вернуться к этой игре, как и я. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.